Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. На улице все еще холодно. Вы дети, что ли? Дети, которым так хочется поиграть на улице? Если так хочется на мороз, топайте без меня. Ты тут кого детьми назвала? Сама ведь сейчас ведешь себя как ребенок. Такими темпами кончишь, как вот тело. Даже мне неохота походить на тело. И вообще, почему вы сравниваете меня с этим неудачником? Слышьте, бабы, даже такая тихоня, как я, может разозлиться. Вы сейчас кого назвали телом и неудачником, а? Давайте-ка полегче. Если что-то не нравится, вылези оттуда и скажи нам это в лицо. Виз, у нас к тебе разговор. Добро пожаловать! Барышня, которая сейчас стояла перед дверью и думала о всяких странных вещах. Я должен проинформировать тебя кое о чем. Он мне даже нравился. Так вот, у нас демонов нет конкретного пола, поэтому такое смущающее выражение своих чувств было вовсе не... Ой, божечки, какой сильный поток темных чувств. Вкусняшка. Что такое? Почему ты сидишь на коленях и закрыла лицо? Вы что, правда думали, что я умер? Бу-га-га-га-га-га. Ну-ну, все хорошо. Казума, я все слышала. За победу над ванилькой с тебя сняли все обвинения. Поздравляю. Спасибо, конечно, но почему он вытанцовывает балериной после взрывной магии? Какого хера он невредим? Ну что ты, даже такой, как я, не выжил бы после такой магии. Смотри внимательно на мою маску. Я потерял одну из своих жизней. Теперь зовите меня Ванилька 2. Казума, мы, конечно, впечатлены особой мебелью твоей страны. Но не пора ли нам вернуться к работе? Она права, Казума. Выходи. Заморозка! Он нам серьезно сдачи дает? Казума, прекращай это! Дальнейшее сопротивление? Ай! Моя голова! Не недооценивайте меня. Я тот, у кого в знакомых есть генералы Владыки Тьмы и другие крутые ребята. Попробуйте еще раз, как прокачаетесь получше. Бу-га-га-га-га, такое чувство, что сейчас я никому не проиграю. Девчат, у меня тут беда. Может, это не лучшее время, но давайте объявим перемирие. Короче, не могли бы вы поднять мат-катацу и отнести меня в туалет? Это было проще, чем я думал. Выкинем его на улицу вместе с Катацу. Хорошая идея. Аква, открой окно, пожалуйста. Не смейте, говнюшки, у вас совсем совести нету. Ну, девчат, ну, хорош уже, ну, пожалуйста. Возможно, сейчас я видел рождение нового героя этого мира. Выглядит как настоящий мужик. Такая броня даже большинству рыцарей не под силу. Казума, сделай крутую позу с мечом. Казума? Первоклассные воины не махают мечом без дела. Не пошевелиться из-за тяжести, да? Помогите, пожалуйста, снять ее. Партнер, это... Кикуичимонджи? Кагара Сумару? Сасай Кудасай! Что ты сказала? Его имя Сасай Кудасай. Имя этого меча Сасай Кудасай. Да я ни за что в жизни не назову его так отстойно. Это мой идеальный клинок. Так что и имя у него... Сасай Кудасай. Теперь этот клинок называется Сасай Кудасай. Ты чё натворила, сука? А, поняла. Что? Король самый быстрый. Ясно. Я привлеку их внимание магией, и первый добежавший сюда — это король. Что? Стоп, что ты сейчас? Световая ракета! Блять, ты чертова дура! Тебя не задолбало каждый раз портить нам планы, а? Мы могли бы просто короля и принцессу ликвидировать, но на кой хер ты на нас всю стадо сагрила? Да что такого-то? Я просто помочь пытаюсь. Не злись на меня. И в итоге все равно все выйдет, как обычно. Меня раздавят эти бегуны, и я буду рыдать в три ручья. Понял теперь? Так всегда происходит. Надоело. Просто прикончите меня. Положитесь на меня. Мегумин! Отведайте силушку моей магии. Бабах! Моя магия! Казума, у меня не хватает маны, чтобы использовать взрывную магию. А? Но ведь сегодня ты не... Стоп! Это моя вина? Нападайте! О, Даркнесс!
Держись там! Сейчас я все разрулю! Мама, мне и тут хорошо! Можете не торопиться! Бабушко! А после того, как я умер, с остальными нормально все было? Да. Сэмпай лежала на земле, когда это случилось. Поэтому ее растоптали и побили ящера, а после она начала плакать. Но Даркнесс держала их. И когда принцесса была убита, все стадо разошлось. Магумин тоже в порядке, потому что Даркнесс защитила ее. Что это за чувство? В груди болит. Точно! Вот чего не хватало моей жизни в параллельном мире. Да, девчата, конечно, все миленькие. Миленькие, но... Меня интересует не сексуальная привлекательность, а чувствительная девичья душа. Да! Моя главная героиня сейчас передо мной! Даркнесс говорит, что она тебе лицо разукрасит, если ты не вернешься. У нее в руке маркер, и я ее сдерживать не буду. Такими глупостями меня не переубедишь. Я уже помер, так что делайте, что хотите. Магумин, что ты делаешь? Зачем ты его раздеваешь? Что? Магумин? Магумин, постой! Слышьте, харе! Вы что там со мной делаете? За издевательство над мертвыми вас боженька проклянет! Магумин! Магумин! Казма, скорее возвращайся! А то тут такое! Эй, а ну прекратите! Аква, останови Магумин! Госпожа Эрис, прошу, скорее откройте врата! Госпожа Эрис, я... Счастливого пути! Я не против подкладок! Эй, слышь, ты что делаешь? Я думал, что помимо одержимости взрывами и чудного имени, в тебе больше здравого смысла, чем в остальных. Так что ты со мной сделала? Если тебе не нравится мое имя, то говори напрямую. Я сделала из-за твоей глупой шутки, что ты не вернешься. Если еще раз подобную глупость выкинешь, я сделаю что-нибудь похуже. Думаешь, великая я возьму и расскажу тебе? Слышьте, а что она сделала-то? Магумин! Где эта мелкая дрянь? Она сказала, что пару деньков переночует у Юньин и... Господи! Завались! Слушай, Казума. Чё? Высокая самооценка — это, конечно, хорошо, но не нужно переоценивать себя. Дурында! Ты же была рядом, когда Магумин сделала это! Что еще за святой меч Экскалибур? Мой Экскалибур у меня здесь.